Хуже нашего дома в окрестностях нет. Так говорят сами жители про 34-й дом по улице Ефремова. Аварийным его признали еще в 2006 году. Жильцов поставили на расселение, однако дата заоблачная – конец 2030 года. Люди терпеливо ждали счастливого финала. Терпение лопнуло, когда жить стало невозможно. В начале мая добавился сильнейший прорыв и снесло 9 метров трубы. У меня вода лилась так, что перекосила даже пол. И была экспертиза, была сделана. Обои все отвалились. Смотреть в мою комнату вообще стало очень страшно. Коммуналка за последний месяц поднялась невыносимо как дорого. На 86% изношенный, это еще 7 лет, это 100% уже будем на кирпичах жить. Жители обратились в прокуратуру. По решению суда администрации города необходимо выдвинуть новые разумные сроки для расселения. Апелляции оставлены без удовлетворения. Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Ульяновского областного суда 23 мая текущего года решение Засвиярского районного суда города Ульяновска об удовлетворении требований прокурора и возложении на орган местного самоуправления обязанности установить разумные сроки расселения жильцов многоквартирного дома номер 34 по улице Ефремова в городе Ульяновске оставлено без изменения, а апелляционная жалоба органа местного самоуправления без удовлетворения. Кирпичи сыпятся, щели в стенах, потолок того и гляди упадет на голову. Пока люди вынуждены жить у родственников, снимать квартиры и платить за разваливающийся дом. У администрации есть 30 дней, чтобы решить со временем расселение. Анна Тищенко, Улправда ТВ.